Весело и задорно встречают лето юные жители двора на улице Доронина. В гости к ним пришел праздник. Поиграть с аниматорами из близлежащих домов на детскую площадку высыпали все окрестные ребятишки. В рамках праздника были подведены итоги конкурса детского рисунка, который проводился по инициативе местной управляющей компании. Юные художники попытались в работах изобразить дом своей мечты. Покажи свой рисунок. Вот он. Сейчас хорошенько пойдем. А что ты там нарисовала? Я нарисовала дом своей мечты и сладостей. А кто в этом доме живет? В этом доме живет вот такая девочка Донатина. Что самое главное в доме? Мне кажется, что самое главное – это вот этот шоколадный фонтан. Свои рисунки и работы представили и маленькие жители двора на проспекте Фрунзе, где также в этот день проходил детский праздник «Здравствуй, лето». Лучшим художникам были вручены дипломы и подарки. Думаю, что все мы стараемся быть бережливыми с детства, чтобы беречь свои игрушки. А потом это выходит в том, что мы уже заботимся о своем доме, мы любим дом, двор. То есть мы за ним занимаемся и становимся намного счастливее, когда дом в хорошем состоянии. Проведение детских дворовых праздников становится доброй традицией во Фрунзенском районе. Также в течение всего года управдом проводит ежемесячные встречи с председателями домов, на которых обсуждаются актуальные вопросы в жилищно-коммунальной сфере. Александр Захаров, Денис Лосев. День в событиях.